Люберцы оказались в числе лидеров по итогам сдачи ЕГЭ. Накануне Министерство образования Московской области опубликовало города-лидеры региона, которые отличились своими результатами сдачи единого государственного экзамена. Наибольшее количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов по одному или нескольким предметам, приходится на Балашиху, Люберцы, Мытищи, Дубну, Раменское и Одинцово. Результаты этого года показали, что районы-лидеры остаются неизменными на протяжении многих лет. В 2017-м три выпускника Московской области получили 100 баллов по трем предметам. Кроме того, 15 школьников получили наивысшее количество баллов более чем по двум предметам. Это достаточно хороший результат. Всего же 100-бальниками в регионе стали почти 330 выпускников. Эта цифра остается стабильной несколько лет подряд. Анна Троян, телеканал ЛРТА. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.